Салам, достар, салам, херкесам. Здравствуйте, друзья, привет всем. Hello, dear friends. Hello, everyone. Сразу же, друзья, налью чай в эту волшебную чашку, и вы увидите, что произойдет. Подождите секундочку. Обжечься, тут самое главное. Горячо. Вот это я, друзья. Сейчас полностью. Фотография. Подождите, сейчас переверну на другую часть осторожненько. Кипяток. Вот это тоже я, друзья. Это моя первая работа, первый рабочий стол. Тут мне... Сколько там мне лет? По-моему, 22 года. 22 года. Вот это моя секретная волшебная чашка. Ее подарил мне двоюродный брат. Ну, когда наливаешь в нее горячую кипяток, вот картины все вокруг, которые с фотографий моих были сделали, они выходят вот так наружу. Это моя... Это на футболе я с журналистскими коллегами, с журналистами. Вот так. It's my fairy cup, guys. В самом начале хочу вас попросить об одном одолжении. Друзья, пожалуйста, вот самые ближайшие дни мой канал впервые заработает денежку. Это $100, но кто занимается YouTube, он знает. Пока не наберутся первые $100 с момента монетизации, когда перешел я на монетизацию, эти деньги не выдают. Как их выдают, это уже второй трудный вопрос. Это потом я через... В течение недели я увижу. К сожалению, в последние дни просмотры моих видео понизились. Ниже отметки 1000 просмотров. Поэтому деньги там начисляются мизерные буквально. Каждый день там по 10-15 центов. Пожалуйста, друзья, лайкните мое видео, и вот впервые вас прошу, поделитесь им, поделитесь, чтобы больше людей смогли его смотреть. Там такая стрелочка направо, нажмите на нее, если вам не трудно, и поделитесь у себя на канале, чтобы другие тоже могли посмотреть, и тем самым увеличить количество просмотров, и в ближайшие дни, тогда будет, как только наполнится, достигнет отметки $100, я отмечу это тортом. Я обещал одной из подписчиц в прошлый раз, она тоже написала, когда я говорил. Да, торт, пирожное. К сожалению, так как отметки $100 мы еще не достигли, торт я заказал уже практически, сказал, какой торт хочу, но не купил сегодня. Вот ограничимся пирожными, но тоже очень вкусными. Тут у нас медовик, тут у нас сникерс. Фруктовый торт, шоколадный торт, это еще кекс какой-то, вот, то есть, вернее, кексы фруктовые, шоколадные. Еда у нас сегодня замечательная. Рисовая каша с отварной курицей. Друзья, я уже пробовал, немножко попробовал. Объедение просто, просто объедение. Будем пить с чаем. Так что не забудьте, друзья. Please, guys. If it's not hard for you, just share my video. I will be very thankful for you guys. Thank you very much. And don't forget to like it, please. Like and share. Ну все, начнем. Деревянной ложкой буду кушать. О. Друзья, рисовая каша – это просто объедение.
Рис внизу, к сожалению. Целая курочка здесь. Она так хорошо протушилась. Даже косточки проварились. Много косточек в конце, в начале. Кроме чая мы будем пить, друзья, айран и минералку. Сейчас покажу. Вот айран. А вот минералка. Сираб и айран. Азербайджанский, кстати. А чайку немножко выпью. Этой чашки секретной, то есть волшебной. Ой, такой вкусный чай. С ароматами. Тесс, кстати, Тесс называется. Такс. Рис приготовлен в соке вот этой курицы, поэтому он очень вкусный. А курицу вначале отварили целиком, а потом протушили с луком. И со специями. Не терпится прям сладкой тоже покушать. Вот здесь я. Лучше получился с противоположной стороны. Это моя юридическая работа, это мой офис был самый первый. Я работал с турками в одной организации, был главным юристом и HR-менеджером. А это уже во время футбольного матча одной из наших команд, по-моему, Карабах, в Лиге чемпионов. Чай очень вкусный, приятный на вкус. Так, ну что, наелся риса очень вкусного. Смотрите, вот видите, косточка, мясо отвалилось прям. Уйди-ка ты в сторону. Прекрасно потушилось.
Налью айрана. Сладкое будем с чаем пить. Холодно-холодно, вкуснейший. В прошлый раз был точно такой же айран, но он был погуще. Я просто забыл взболтать. Вот в чем причина. Продолжаем кушать. Рис, каша. Рисовая каша, похлебка. Рисовая похлебка, вот нашел самое точное, по-моему, название. Столько мяса. Это при том, что это была не очень большая курочка. Опа, вкуснота. Такс. Фу. Посмотрите, какая красота. Вкус риса, вот каша этой рисовой, мне нравится даже больше, чем курица. Это крылышко. О май гад. Какой же вкусный айран. Так, друзья, убираю рис с кашей. Вау. Тут у нас дракончик сидит в уголочке. Так, вот у нас. Вот прям прицепился. Добавлю чайку или же чай уже вы видели. Буду пить с минералкой холодной. У нас очень жарко, друзья.
Очень-очень жарко наступила жара. Ближайшие 2 недели или 10 дней, как минимум, 30-градусная жара. Это в тени. Официальная температура. От 26 до 30. Вот теперь представьте, сколько под солнцем. Вчера у нас на Приморском бульваре открыли новый молл. Это торговый центр огромный, в виде полумесяца, с фонтанами. Поющие фонтаны с подсветкой. С друзьями ходили вчера, смотрели. Обрызгал ветер, был вчера, друзья, сильный. А фонтан высокий, они где-то метров под 15-20, когда начинают работать. В общем, обрызгало всех. Все сбежали, кроме меня и еще одного моего друга. Остальные друзья тоже сбежали. Не хотели подмокнуть. Промокнуть, то есть. Но так было приятно, как будто попали под холодный дождь. Тем более, что вчера тоже было очень душно. И вот этот фонтан был как раз к самому месту. Ну что, начинаем дегустацию. Начинаем дегустацию. Где наша вилка? Ножик забыл. Вот как назло. Так, чаек у нас там есть. Я поставлю вот так. Или, вернее, уберу ее вообще в эту сторону. А это вот так. Горячий, горячий еще, чтобы фотография не исчезала. Выпил чайку и аж вспотел. Так, берем вилку. Все вот эти, как его, сладости, они свежие. Как говорили в одном знаменитом советском фильме, пиво только что привезли, а рыбку только что поймали. Так, пользуемся вилкой, так как забыли. Ножик. Такой привкус. Коньячком таким. Помните, были шоколадные конфеты? Сейчас есть, наверное, только вкус советских времен был другой. Внутри с ликером. Вот это клубничный кекс. Какая же жажда у меня. Очень много воды пью в течение дня. Газировку, вернее, сладкую газировку больше не буду пить. Такой тоже, в принципе, я. У нас во дворях стоят автоматы такие огромные. Ну, там фильтруется вода, и покупаешь ее. 10 копеек литр стоит. Ну, это где-то 6-7 евроцентов за 1 литр. Покупаю 5-литровый, пью за пару дней, потом еще, еще, еще. И вода очень вкусная. Уже очищенная, минерализованная. Не знаю, есть ли у вас в городах тоже, но у нас уже пару лет это практикуют и пользуются спросом, кстати. Вот что бывает со сластенами, когда забываешь. Ножик. Это шоколадный кекс.
Эти пироженьки вот так и попробую. Вкус кофе. Тоже мягко-мягко, свежие они. Фу. Вспотел уже. Хочу сейчас медовик попробовать. В детстве обожал медовик. Вкус детства. Тот же вкус, друзья. Я аж удивился. Холодная минералка — это как раз то, что нужно. Берем вилку. Ой. Вытрем пот. Фу. Осталось попробовать вот эту. Фу, немножко попробую и все. Фу, друзья. Извиняюсь, столько воды выпил. Сначала рисовая похлебка, потом сверху курица, сладости, чай, айран, минералка. Фу. Все, сейчас пробую последнее пирожное. О, кстати, самый красивый по виду. Со сгущенкой. Со сгущенкой. Вареная сгущенка. Не люблю пить, когда уже чай уже остыл, я пью кипятком. Вкусно. Вкусный чай, очень вкусный. Фу. О, друзья. На следующий месяц, впервые за большой перерыв, никогда у меня не было столько перерыва, вот с момента ковида,
До ковида, друзья, каждый год я как минимум и по работе, вот журналистской, и по своей основной работе юридической, от 5 до 10 раз выезжал за рубеж. Как только начался ковид, границы закрыли. И вот у нас сухопутные границы до сих пор закрыты. Пожалуй, Азербайджан это единственная страна, если не ошибаюсь, в мире, где сухопутные границы до сих пор закрыты. Можно только самолетом путешествовать. А одно из главных сухопутных направлений в Азербайджане была Грузия. Ждали, ждали, не дождались, пока откроют, поэтому решили полететь с семьей. Ну, планируем, если получится, дай бог, уже будем отведывать грузинской кухню, хотя я сам ее часто здесь у себя на канале кушаю. Так что посмотрим, дай бог получится. Ну все, друзья, на этом заканчиваем. Слишком затянулось видео. Спасибо вам огромное за просмотр. Пожалуйста, я в самом начале просил вас поделиться этим видео. Если не трудно, очень вас прошу, поделитесь, лайкните, ну и пишите комментарии. Если даже не напишите, просто лайкните и все. Люблю вас всех, счастья вам, здоровья крепкого-крепкого и благополучия в каждый дом. Альхамдулиллах, спасибо Господу за то, что посылает нам все эти вкусности, явства. Зарабатываем их своим собственным трудом и потом. Дай Бог, чтобы в каждой семье, в каждом доме вот стол всегда вот минимум был вот таким, чтобы ломился от продуктов и от всего того, что вы любите. Еда, говорят, это половина нашей жизни, потому что целый день человек, ну в основном, есть, конечно, те, которые очень мало кушают, но в основном люди, вот мой круг, мои друзья, моя семья, мы любим покушать, мы кавказцы. Так что до следующих встреч. Как только мой канал, у моего канала будет первое достижение, я куплю торт и будем отмечать тортом. Спасибо, друзья. Люблю вас. Вот мое сердечко для вас.